Всем привет, друзья, меня зовут Арсений, вы на канале Разные. Сегодня мы продолжаем играть в нашего зайчика. Тут 11-я вроде серия у нас, 10-я, я не помню. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Продолжаем, тебя, погнали. Тебя, кажется, уже боятся все. Ну да, это завалили эту свинью, потому что мы его убили. Меня боятся? Не, хотя это не укладывается в голове. Меня разобрало их отношение, и тут я согласился. Я шел за Ромкой, и бяш, посмотришь, туннельная школа. Дегустируя совершенно новое чувство всей дозволенности. Вы шагали картина. Чего? Вы шагали картина. Мой ты герой какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали такой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затаились в темноте спортзала, ребят начали писать качаться, глядя на выходящих из разделки мальчиков. Зачем? Как сбежал пальцем в одной из толпы. Вон этот лох! Они убить будут? Не надо. Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом. Стой на стрёме, и если кто изучил их объявится, дай знать. Гляди в четыре глотна! Давай, давай! Ты нам должен! Я стал в угру переполнен самым разным чувствами. Ничего я не думал! За котки вот ты зерна... Ты чё, не понял? Ромка переголит с пятиклассником. Вот я же говорю, они мелких щемят. Они не будут никогда идти на шестиклассников, не, на своих ровечков, ну, мне кажется, на, который там, на старшаков они не пойдут никогда. Может, тебя на счетчик поставить, мальчики, а? Давай, нех наикал, шлепок майонезный, сука, что не доказывая. Но Ромка гнул свою линию, забористо бронясь, а Бяшка лишь изредка подгакивал. Похвалили бы меня, папа, за то, что я свел с ними. Все, вали давай. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка озарила фотоаппарат на руке Ремки. Ого, полароид. Он твой? Полароид. Рука безобразно тряхнула черным чудом техники. А, с раскладом вспышкой. Теперь мой. Ну что, жалует этого, что ли? Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. То есть он что-то не так сказал, ты хуйло подошел, типа сказал, слушай, ты что, базаришь криво, теперь велик мне должен? Не, ну ты пидор, кстати. Че, а гандон. Мне он, честно говоря, в хер не впился. Ну да. Парня было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру. Я же прислал, как понравился более полароид, как я открыл мой сестру моего отца. Но мне кажется, не были вопросы, откуда у тебя появился он. Образы неспешно проступают на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полину тоже щелкнул бы, тогда у меня была бы фотография. Нахрен нас бьящики по замку. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Рома смерил меня взглядом и снова стал тем Ромком, с которым он слушал вчера. Коварный, насушка, вожаком, хищно стая. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, когда мне почему-то вспомнилась Алиса. Это на полароид. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Ты, блядь, на очки твои сыграешь. Чего? Ладно. Чаром! Снимем с нас лантовки последние штаны. Про здесь, блядь, или что? Я тебе что, пидор с пацану штаны снимать? Вот именно. Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? Да, я не знаю, давай на очки. Сука, на очки. У тебя хоть бабки есть? Не, бабок нет, но есть сестра. Могу сестру. Во-во! Свети карманы, тосы! Эмиль вывернул содержимое брюк, словно надеюсь, на сходить что-нибудь на мелочи на завтрак. В кармане что-то зашептало. О, вкладыш тот самый. Я выводил штану, тот самый вкладыш Мерседесом получил. Благодаря Алисе. Невидимо, я машинально сунул ее туда. Да он вылез из рюкзака со всеми стразами. А на вкладыши играете? Бяша крутит глаза, стоило обнести карточку машины поближе. А вот рука даже брови не повел. Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за... Да жвачки, это рубль цена, а в полароде кассета еще целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мы
Мерседес-Бенц, на! Его-то нам и не хватало, Робот! Фу, блин! Он господин под ноги и отвесил бляшки. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Ну да. Не, нахер... Блин, а нахер этот полароид сдался? Чё родаки сказал, типа, откуда у тебя этот полароид? Как я подозревал, такой автомобиль будет ценным пополнением для любого коллекционера жвачки Турбо. Ага, значит, появился интерес? На самом деле, я не хочу с этими кентами ничего дела никого иметь. Так во что будем играть? В подкидного! В ножички? Лучше бы, может, в карты сыграем, а? Я просто не умею эти играть. Я не заметил, как в руках Бяш засел засаленный на река определенная колодок. О! Картишки! Это уже карта, это мое. А Ромка прямо перед носом мастерскую крутнул бабочкой. А, играть по их правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень-ножницы. О, а ты у нас любишь рисковать. Ну что, мой полароид против твоего мерса? Да не, нахер этот фантик не сдался, давай. По рукам. Реально играть можно? Так, первым ножницы, но мы, наверное, тут без первого ничего. Так что давай... где наша рука? Это наша рука? Ну, сразу видно, да? Наверное, это... Давай, наверное... Нахуй с ними ножницы давай. Есть! Минус. До трех или до скольки? Последний кулаки. Стопэ, стопэ. Да. До трех побед. Это до трех побед играть. Ну, до трех, да. Погнали. А ты думал, все так просто будет, да? Спустил. А раньше сказать. Херсин, давай. Не пойму я, чё ты хмуришься так? Один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне. Все может обернуться все против нас. Давай-ка продолжим. Давай, давай. Раз, два, три! Давай. Готов. Так. Антон и какой-то хрен. Ну, мне кажется, надо, потому что вот... Он, блин, дай камень херню. Есть, есть, есть. Так, и... Давай еще раз ножницы. Сыка. Так, ну давай... Похер, ножницы еще раз. Ах ты, сыка. Ну сейчас, мне кажется, он не поставит камень, поэтому... Бля, что бы выбрать, а? Ну, может, твой... Камень против камня хотя бы пусть будет. А, сыка, есть! Сать! Я с подозрением взглянул на оппонента. Ну, я выиграл. Или теперь мне нужно еще и Бяшу обыграть? Ромка что-то бурнул под нос. Потому что он отказывается в условии и пошлет меня куда подальше. Эй, Ромыч, все по чесноку, на! Везучий ты, сука. Держи. Только писюн свой не фоткай. Сука. Я взвесил на ладони полароид и понял, что усмехаюсь, это настоящий победитель. Блин, только не фоткайся. Хорошо, не буду. 7 дней миновало с того дня, как лейтенант намечал нас класс. О, 7 дней прошло, наконец-то. А, на первый взгляд, еще осталось так же. Давай. Алиса, сука! Она даже хвост не показала. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами взметал белые флаги порошу. Родители приглушенно спорили в спальне, и я включал мультики погромче и подсаживался Коля. Фотографии Вовы и Сёмы чернели на доске. Но то, что поменялись, на лицах одноклассников считались перемен. Они оттягивали карман под даренным яблоком. Испарилась враждебность, школа больше не пугала меня. А главное... Чья-то тень проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Что за записка? Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльно и вслед простыл. От кого записка? Что могло вскрывать в себе этот аккуратно вырванный и сложный листок? Вырвала аккуратно, возможно, девка. От Полины, я уверен. Очередная угроза и унижение, или такие. А взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат. Ежевика. Это! Полина. Ежевика. Блин, не разберешь, нихуя. Жду тебя в тупике у раздевалки. Приходи один. Надо было написать. Приходи один без хвоста, блядь.
Так, внутри красивый почерк был, что тебя в тупике где один. Опьяненный призывом, я тут же сорвался с места и дело длился не увязался ли за мной. И задумавшись, я не заметил, что почти бегу за искрой поворот. Я даже наткнулся на кого-то на заколке. Здорово, блин. А где куминая птица полетела к моим ногам, зеленая тетрадь. Полина превеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Ага. Возбужденный был этой запиской. Я поправил очки, собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и порвал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Сейчас скажет, нет, я тебя не ждала, иди ты нах. Ну, я же обстрела не пошел к языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? Что? На блюзовую импровизацию. На кого? Я заморгал озадаченно. Это как? Вот именно. Для меня все люди с чем-то ассоциируются. Так, я, наверное, с козлом, да? И для меня. Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. А, да? Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. Она тут еще военный марш. А ты такой задумчивый, таинственный. Иногда немного печальный. Никто же я. Моцарт, блять. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия. Какой темп возьмет. Конечно, не все сказано Полине дошло до меня. Но меня тоже ничего не дошло особо. Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкое дуновение майского ветерка и от глаз голубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Угу. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Типа джаз-блюз имеешь в виду? Полина охнула, нахмурилась, от чего-то стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова! Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. Джаз, свинг, ой, блядь. Свинг, классику. Свинг прям прикольная музыка. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Угу. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге... Эх, да, блядь. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы, пение дождя, лес. Эх, мимо твои уши. Сука, как маньяк сказал. Эх, мне бы твои уши, блядь. Давай. А мне бы твои глаза. Два маньяка встретились, блядь. Я напрягся, тревожусь, что она подтрунивает. Но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. А у тебя муж музыканта. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Это как фиксирую? Пришла, сука. Меня прошла кассия фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Угу. Вот из-за таких, как она. Вот, сука, стерва самая такая. А Катька какая мелодия? Наверное... Блядь, даже не знаю. Скрип несмазанных дверных петель. Точно. Знаешь, такой мерзкий дискант. Сука, спалились, блядь. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосила через плечо, а потом лишь хмыкнула и ушла на свой... во свояси. Я вспомнил про тетрадь, которую я сжимал в руке. Повертел ее. Полина Морозова. О. Кто? Только для друзей. Вместе названия предмета на обложке были выведены имя, фамилия, хозяйки и слово. Хозяйки и слово строгазовка друзей. Любопытные Варваре кое-что оторвали. Прости, это анкета? Бля, я помню эти анкеты, короче. Там обычно в школе вот эти девки там всем давали эти анкеты. Было... я не помню, что точно было там, типа... Какой твой любимый цвет, допустим, твоя любимая игра...
Все такое, блядь, анкеты, я помню эти анкеты, блядь. Сука. Угу. Ага. На деле, же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Эти анкеты, блядь, они, не знаю, популярны сейчас они или нет, но я эти анкеты прям помню пипец как. Значение, конечно, девчачье, просто список стандартных вопросов. Ну да, актеры дали цвета, это все. И иногда чего-то большего, в чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мою? Не, не хочу. Сердце участило себе. Хочу, спасибо. Если дадут писать, то я заполню. А хотя, там же столько секретов. Да еще. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Ага. Она потянула тетрадки, играя со мной. Я перебросила находку в другую руку, Полина пыталась пересечь мой маневр. А ее волосы коснулись моего лица, шелковистая прядь очкала нос. Я чувствовал запах, и весь этот мир стал этим ароматным, душистым, манящим, живым. Запомнить бы его украсть. Голова пошла кругом. Но я собирался сказать, подражая интонации лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрывалась округлив... Полина прикрыла округлившийся в притворном усе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Не знаю, тюрьма там сколько там... Следствие покажет. От 5 до 18 месяцев, блядь. Сдаюсь, товарищ милиционер. Ты тетрадь гони сюда. Только обещайте ничего не читать. А как мы будем изучать, если мы читать ничего не будем? Не. Здесь содержатся секретные сведения. Ага, материалы зоны 51, блядь. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина засмеялась. Извиняюсь. Полина засмеялась, я не знаю, перечислила к моей груди. Да, форматом волос. Волос и кожа. Такой сливочный. Почти прозрачная, с тоненькой ниточками в ней под ней. А вен по ней. Ее шепот был горячим. И как расплавленное сковородочным маслом. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Ну не знаю, если мы с Лисой и Алисой помиримся, то может и ей скажу. А так нет, нет. Об этом будут знать только я, ты и все мои подписчики. Вот так вот. Честная милицейская. Весь YouTube. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Почему эти руки нельзя пропустить? Ну, руки я достаю тетрадь. Сука, анкеты, блядь. Я с величайшим сражением буду на хрупкие сокровища, я понял. Полистал, учитывая чужие предпочтения. Рома Петифан, что в... О, Шафутинский, 23 февраля. Гулять, купить бумер. Шварценеггер. Как Сталлоне, бля, Шварценеггер. Не верь, не бойся, не проси. 3, 5, 7... Вот у меня вопрос. 3, 5, 17... А, подожди, 3, 15, 17, 87, что? Слушай, Рома. Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка в наше время занимался такой ерундой. Я улыбнулся, узнав, что его любимый. А что любимый фильм Ромы — это не черный плащ, а утиные истории. Где-то далеко учитель декламировал отрывки сразу за Андрея Кусака, иди ты нахуй. Мне было недалеко не до него. Полина Морозов, что в Франц... Шуберт. День рождения. А, ты же не написала, да? Непонятно хера. Cool Girl. Как её? Cool Girl. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка. А, как я предполагал, просто закажу слушать. 12 минут, нормально. Неужели твой банальский процесс может быть увлечен? Я посмотрел через голову одноклассника на Полину, он сразу же записывал его с учителем. Я полистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Как тебя зовут? А писать можно, Донунах? Ага, писать сука можно. Кармен. Новый год. Рисование. Посети Диснейленд. Герой.
Я не разумею, но потом... Основной сам первый слой из двух, вдруг... Слишком глупым. Обмозговав и решил, что есть... Что далеко не стоит доверять бумаге. Паук, закончу... Что, давай. Слышу всего. Я написал незаменительно, потеряли... потеряли другого человека. Вот номер телефона. 30395. Любимый мультфильм. Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусил колпачок. Блять, давай нормально говори. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспомнил Алису, скользящую за стволом. Сука, Алиса, блять, даже хвост не показала. Задорно смеющийся в темноте. Надеюсь, я не видел ее. Я неделю не видел ее, даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала мне не дала мне на растяжание тому исполинскому монстру, что бродит по лесу ночи. Как-то упомянул при Ромке бяшке девочку в маске. Ну, они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Ну, лучший друг перечитал Янкин вопрос. Такой легкий и важный выбор. Ответы могли быть две буквы, аккуратно написанные в клеточке. Ты... А кто ты? Втрил я, выныривая из школы. Какие-то у тебя вот эти вот ответы, знаешь, такие завуалированные. Морозный, бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце похоже на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром. Снег искрился, переломляя солнечные лучи. И я, зажмурившись, улыбаясь ослепительной белизне. И от чего? От чего-то волшебного? Из-за общего груди. Потому что в дружбе может таиться нечто больше. Кто? Ты тебе улыбишься? Писал такой стоит, стоит вот так вот на улице, так вот улыбится, вот так вот улыбается, вот так вот. Я сживал улыбку и покраснел как рак. Ну так, анекдот вспомнил. Бяш топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну делись, так дано. Я прошерстил память и выдал первопостный анекдот внутрь в столовой. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Я понял, прощу. Нормально. Блять, барабанную дробь добавили, пиздец. Зачем? Петросян, сука. Вот этот комик. Ну идём. Я на не пойду, я только домой пойду. Петросян, ну да, комик. Там еще этот есть задорный прикольный комик. Ну идем на. Я не дождался на... Я последовал за его школу. Я неверно двинулся за ним. А куда? Идем на. Я на не пойду. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Я не с вами, нет, пацаны, кем-то отстаньте от меня. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Тут кулак за пазухой. Больно не нравилось мне слово дельце. Но за этим словом... Произнесенный вот так. Через плевок обычно скрывались разные темные штуки. Так говорились, так говорили незнакомцы. Звоня нам в старую квартиру по телефону. Бать, позови, дельце есть. Бяша обернулся в облегчающем капюшоне, и он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то скорее всего прознательным свистом, сигналом того, что сторожит на шухере. Вот мысли, что меня сейчас тянут в какое-то вышло преступление, ноги предательские затряслись. Блять. Череда образа проскочила перед глазами. Строги тихо, нам захлопывающая дверь камера, отец гневно бьет по деревянным прутьям, а мама и Оля тихо плачет рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Кроме мрачного Ромы. Он стоял, широко раздвинув ноги, правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летящая на сердце. Ромка плотно сжал зубы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Голос Бяши был противно, насмешливо. Проветривайся в другом месте! А мне и здесь нормально, да, куколка? У него куртка The North Fake. Куколка, это он мне?
пойдешь на превью. Да, тебе. Я не мог выдать себя ни звука. Только товарищился на этот весь цирк, разыгрываемый моими не однозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! Кого? А тебе какая забота, говнюк? Вали пока целно! А я переваривал, услышанное, Бяшу назвал Рому говнюком, он съебался. Пацаны! Ха! Он не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша, ну, кроме, замахнулся и чудо не... Как чудо и... Меч. Ха! Он, не вынимая правую руку, Рома свободно кисью заблокировал удар. Ки-я-о-хо! Блять. Актёр индийских фильмов. Который говорит, мама, тут дрались все видите. Вот эти индийские фильмы, это такая жесть. Я заскулил, когда я и не видел, что Ромка заткнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Сука, какое сотрясение мозга, что ты гонишь? Все, давайте закончим. Давай продолжим. Рома пнул куда-то в коленку. Ваша... Бяша припал на четвереньки, оха-яха. А я смотрел, не моргая, как приближается ко мне Ромка. Локоть его подергивается, рука поползла, и рука поползла. Я просто сад. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко вынул руку и закинул. И я щелкнул зубами от спора. Чего, блять? Подснежники, сука. Букет подснежников, не пойми откуда взявшийся. Только мороз качнулся от моего лица. Что, цветы? Позволь проводить тебя! Сука. Я не... А то, сама знаешь, шастают тут всякие, сука, маньяки. Ну, Атёна, бедным маньякам уже и посасывать нельзя. Ну да. Все, давайте, короче, заканчивать на этом. Подписывайся на Телеграм, там легко постановить себе опросы. Делись с друзьями, ребят. Всем хорошего дня и вечера, ночи. Всем пока.